ты! Я только что выяснила, насколько тщательно в Орегоне проводятся выборы. И мне это нравится. Бюллетени рассылаются по почте всем активным и имеющим право голоса избирателям. А сотрудники избирательных комиссий сотрудничают с другими штатами, чтобы исключить фальсификацию. В этом году никаких мертвых душ. И ни в каком другом году. Также отсутствует возможность голосования одному избирателю в разных местах. Должностные лица обновляют регистрационные списки, если избиратели меняют свой адрес. О чем избиратели получают уведомления? Я могу просматривать свои данные и вносить изменения в любое время. Я так рада, что готова забраться на колонну истории.